В Ульяновске снят режим чрезвычайной ситуации. Стихия миновала. А весь вчерашний день руководство Ульяновской области посвятило ликвидации последствий природного катаклизма. Ситуация в регионе привлекала внимание на самом высшем уровне. Я только что сейчас разговаривал с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он достаточно обстоятельно интересовался ситуацией в Ульяновской области, выслушал мой достаточно подробный доклад о ситуации и попросил информировать его о том, что происходит. На путепроводе между улицей Кирова и Локомотивной провалился участок пешеходного перехода. Прекратилось движение трамвая в сторону Киндяковки. Размыв угрожает трамвайным путям. Предварительное решение уже принято. В ближайшее время будет разработано техническое предложение для последующего восстановления конструкции. На центральном железнодорожном вокзале вчера не прекращалась откачка дождевой воды, затопившей пути и платформы. К середине дня проблема была практически решена, что позволило передать часть оборудования на другие объекты. Посетил губернатор и улицу Ростовскую, где подтопило несколько жилых многоквартирных домов. В настоящее время заканчиваем откачку воды. Соответственно, откачку воды из подвальных помещений планируем после полуночи приступить к прослушке электрощитовых для того, чтобы с утра уже мы могли нормализовать электроснабжение в данных квартирных домах. Всего здесь 3 многоквартирных дома по 60 квартир. Помочь пережить стихию помогали юным ульяновцам. Вчера губернатор попросил работодателя отпустить родителей детей с работы, чтобы они могли забрать своих чад из лагерей. Из наиболее опасных мест отдыха ребят вывозили организованно. По Орленку, Скугаревке, Ласточка, все дети вывезены. По Русскому берегу в настоящее время на 15:40 все дети с Русского берега выехали. Ульяновская область с разгулявшейся бурей справилась. Осталось до конца ликвидировать последствия стихийного бедствия. Егор Цитов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.